проведенный нами анализ детского дорожно-транспортного травматизма на территории нашего Тихвинского района показал, что из 13 детей, которые попали в ДТП, 9 детей являлись пассажиром в момент аварии. В связи с этим мы убедительно просим всех родителей, всех водителей, которые перевозят детей в своих автомобилях, не пренебрегать правилам перевозки детей, пользоваться детскими удерживающими устройствами, ремнями безопасности. Уже доказано, что человек, пристегнутый в автомобиле ремнем безопасности или ребенок, находящийся в детском кресле, получает в несколько раз травмы значительно меньше, чем если бы он был не пристегнут ремнем безопасности. Поэтому не пренебрегайте этими правилами, соблюдайте все остальные правила дорожного движения. Новый учебный год. Наши ребята пошли учиться в школы. И, конечно же, госавтоинспекция очень сильно озабочена вопросом безопасности детей на дорогах. Поэтому в период с 27 августа по 10 сентября 2012 года на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, в том числе и на территории нашего района, проводится профилактическое мероприятие, которое называется «Внимание, дети». Оно уже стало традиционным, и в этот период очень много различных мероприятий проводится, направленных на профилактику детского травматизма. К сожалению, у нас на сегодняшний день, в этом году, в дорожно-транспортных происшествиях уже получили ранения 13 детей. Это на 8 ребят больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хочется также отметить, что большинство из них составляют дети именно школьного возраста. Дети, находящиеся во время школьных каникул на дачах, в деревне, где-то в местах отдыха, они, конечно же, забывают об той интенсивности дорожного движения, которое присутствует в наших городах. Поэтому разработайте такой безопасный маршрут с ребенком и первое время, хотя бы вот первые 2-3 недели, поводите своего ребенка в школу и забирайте его обратно. Именно ходите все время по одному и тому же маршруту, чтобы ребенок его запомнил. И когда он самостоятельно будет двигаться по дорогам, он ходил именно вот по этому безопасному маршруту. И для вас спокойнее, и это будет прежде всего безопаснее для вашего ребенка. Мы убедительно просим всех родителей, всех водителей, которые перевозят детей в своих автомобилях, не пренебрегать правилам перевозки детей, пользоваться детскими удерживающими устройствами, ремнями безопасности. Уже доказано, что человек, пристегнутый в автомобиле ремнем безопасности или ребенок, находящийся в детском кресле, получает в несколько раз травмы значительно меньше, чем если бы он был не пристегнут ремнем безопасности. Поэтому не пренебрегайте этими правилами. Соблюдайте все остальные правила дорожного движения и будьте счастливы и здоровы.